Я понимаю тебя, но ты пойми, что у каждого есть свое собственное внутреннее состояние. И свой набор слов, словарный запас, и мысли. Поэтому нужно согласиться с тем, что не всегда мы понимаем друг друга. Но усилия понять другого, они стоят больше, чем понимание. Потому что когда ты стараешься понять другого, ты приближаешься к нему в духовном пространстве. И это важнее, чем само понимание.